У меня не самый большой участок, но на борьбу с сорняками в июне-июле я раньше тратил почти все свое свободное время. Я сразу решил, что химикаты я использовать не буду, поэтому долго искал простое и безопасное средство и в это время усердно работал тяпкой. В этом видео я расскажу о средстве, которое мне посоветовал сосед, недавно переехавший на нашу улицу. Он сказал, что смесь воды, мыла и уксуса поможет максимально быстро справиться с сорняками, как на огороде, так и на садовых дорожках. Делается это средство очень просто. На ведро воды берем пол-литра 9% уксуса и несколько столовых ложек жидкого мыла. Тщательно размешиваем раствор, заливаем в пульверизатор и опрыскиваем по сорнякам. Мыло в этом растворе необходимо для того, чтобы отрава прилипала к листьям сорняка. Зелень от такого средства просто потухнет и сгорит в течение пары дней. Концентрация уксуса в этом растворе невелика, но этого вполне достаточно, чтобы справиться с сорняками. А вместо жидкого мыла можно использовать более простой вариант. Просто натрите брусок хозяйственного мыла и растворите его в смеси. Дополнительно мыло можно использовать на культурных растениях без уксуса, от ирисовой мухи и других вредителей, абсолютно безопасным для растений методом. Честно говоря, я очень благодарен соседу, который избавил меня от ежедневной рутинной работы, которая не оставляла никакого свободного времени на другие дела и забрала у меня изрядно здоровье. Но больше тяпать огород в таких объемах мне не придется. Способ проверенный и эффективный, обязательно попробуйте.